мощное наводнение продолжает топить город Джидда в четверг, 24 ноября. Люди в панике начинают залазить на дома. Сильные течения уносят машины. Джидда – портовый город в Саудовской Аравии на побережье Красного моря. Это не только современный экономический центр, но и место, где собираются паломники, отправляющиеся в священные города мусульман, Мекку и Медину. Саудовское агентство печати сообщило, что проливные дожди в саудовском прибрежном городе Джидда в четверг задержали рейсы, привели к отстранению от занятий в школах и перекрыли дорогу в Мекку, самый священный город ислама. Следите за развитием событий.